свет все. Значит, с последней инстанции. Банда ВК 118011111. Родитель, основатель, душа, сердце этого проекта. Режиссер, генеральный продюсер. Оля Акадьева. Спасибо! Друзья, во-первых, я очень рада вас видеть. То, что мы делаем, нам нравится всем. И мы ждем результата, мы ждем, что же получилось на экране. Ну а кроме того, что мы с Таней очень хотели увидеть всех вас сегодня, спасибо огромное еще раз, что вы пришли. Есть здесь еще один вдохновитель нашего мероприятия. Это Паша Прилучный, который сказал, как премьеры не будет. И поэтому Паша... Давайте, ребята, не то, что дома садитесь или попробуйте. Во-первых, правда, спасибо всем, что собрались здесь. Потому что в эти новогодние пробки невозможно никуда попасть. Спасибо, что нашли время. А еще я хочу сказать большое спасибо. Так, Раешку стал. Раешку стал. Подарок поделал. Олечке. Без этого человека ничего бы не случилось. Я впервые встречаюсь настолько искренним, чистым и каким-то душевным человеком. И у нас кино точно такое же получилось. Искренне, чистое, душевное и любимое. Так что... Спасибо большое. Но вы знаете, да, что у нас есть добрая примета. Всем, кто работает на проекте, женится, выходит замуж. Поэтому Зефир, иди к нам, пожалуйста. Зефира она сыграла в нашем проекте. И, кстати, для Зефюр и для некоторых присутствующих в зале сюрприз. Вика Соловьева, иди к нам, пожалуйста. Викочка, иди сюда. Подождите. Подождите. Вот, а для чего я позвала этих очаровательных девушек? Во-первых, ждем детей, женимся, выходим замуж. И у нас много сюрпризов. Мы сегодня, ребята... Будем смотреть неожиданно. Вот я уж подумала, что мы будем рассказывать. Возьмем, посмотрим первые две серии. А вот нет. Мы посмотрим первую и третью серию. Главный гитарист третьей серии. Это Зефир и Вика. Для них